Так, нужно выбираться отсюда. Слышь, тупица, смотри в оба и ищи придурка в красной гавайской рубахе. Заметишь его, зови меня, ясно выражаюсь. Есть, есть, сэр. Свободен. Что это за звук? Кто ты? Я тот, кто объяснит тебе, как тут выжить. Зови меня Дойл. С чего я должен доверять тебе? Ну, для начала, как насчет того, что я тебя не сдал. В этот приемник встроен биосканер. А это значит, что я знаю, где ты сейчас. И мог бы тебя заложить. Логично. И что же? Тебе нужно уходить оттуда и поскорее. Я помогу тебе в меру своих сил, но у тебя мало времени. Тут есть проход, ведущий в небольшой лагерь. Но будь осторожен, местность кишит наемниками. Это я уже понял. Да, кстати, я Джек Карвер. По моим сведениям, ты в красной рубашке. Советую прикрыть ее бронежилетом, иначе тебя быстро засекут. Эй, хорошие новости. Я теперь принимаю твой сигнал гораздо четче. Советую поискать в бараках оружие и снаряжение. Не высовывайся и не обнаруживай себя. Не стоит привлекать внимание охраны. Я сумел соединить передатчик с твоим компасом. Теперь я смогу передавать тебе координаты цели. Это даст тебе возможность выбрать правильное направление. Проблема с винтом. Бригада Альфа, немедленно приступить к ремонту. Осмотрись в бинокль. Обрати внимание, он оснащен усилителем. Да, слишком жарко. Ну ладно, ленивые сукины дети, обыщите каждый метр этого острова. Давайте разберемся, какого здесь творится. Будет сделано.
пытайся захватить одну из машин и отправлять к вертолетной площадке на другом конце острова. Там ты можешь взять один из катеров и сбежать отсюда. Ты ничего не заметил? Да плевать, эй, что там. Что там творится? Стоять, ублюдок! Да, да! Сражайся!
авианосцы? Да. Один из легких японских авианосцев сел тут на миг во время Второй мировой войны. Наемники Кроу превратили его в свою заправочную станцию. С каждой минутой становится все интереснее. То ли еще будет. Осторожнее.
Хорошо, Дойл. Я вижу авианосец. Говори, как мне туда пробраться? Я был там всего один раз, но запомнил, что в борту у него была пробоина. Думаю, через нее можно пробраться внутрь. Окей, посмотрим. Я думал, для этого нужен специальный допуск. Вон он! Нужен, стреляйте не нужен. В дыру! Только парк, мне что-то послышалось.